Лена Миро рассказала, как сын Рудковской попал в рейтинг самых красивых детей. Она считает, что все было проплачено, а сам Александр высокого статуса не заслуживает. По словам Миро, ребенка толкает в публичную сферу лично мама, продюсер Яна Рудковская. Якобы она участвовала в отборе экспертов для составления списка. Кроме этого, якобы Яна даже устроила за деньги мощную накрутку аккаунта «Гном Гномыча» в Инстаграм. Сам же ребенок, по мнению Лены, странный, забитый мамой и даже не симпатичный.